Так, Луна, 20 сентября 2020 год, Харьков. Садится за горизонт. Красиво садится, жалко, у нас практически туман, такая дымка. Пошли посмотрим с такими настройками, как выглядит. Юпитер с Сатурном. Ну, для начала Юпитер и Галилеевы спутники. Только что снимал при низкой светочувствительности настройках. Поснимал полосы на Юпитере, но через дымку опять же не очень хорошо видно. Ну а вот нам теперь 4 галилеевых спутника. Справа самый правый — это Каллисто, потом идет левее, чуть выше, Ганимед. Размером с Марс, кстати, спутничек Юпитера. Ближе к Юпитеру Европа, и с левой стороны Ио. Поехали глянем. Да, вот мне меньше такая настройка нравится. Вот, в одном кадре на экране, не знаю, видно, слева Юпитер, ой, справа Юпитер, а слева, ну, виден, по-моему, Сатурн. С каждым днем они все ближе друг к другу, и 21 декабря мы их увидим слившимися в одну звезду на небосводе. Ну, иллюзия будет создаваться для наблюдателя Земли, для невооруженного глаза. Но мы надеемся рассмотреть это все в подробностях вооруженным глазом, а возможно двумя. И вот выбегаешь. 1 402 000 км. До Сатурна. Лады, пошли опять к Луне и финишируем. Сатурн есть, Юпитер есть, освещение нам включили. Ох, ну при таких увеличениях, конечно, по экрану все пляшет, как... Сейчас резкость попробую. Да, какой-то режим съемки. А, это у нас баланс света сейчас меняется. А не резкость, чертина. Ну ладно. На этом, наверное... И закончим.